Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2022 годом. Все мы ждем от Нового года чуда. Мы со своей стороны продолжим нашу работу по сохранению уникальных водных объектов, по сохранению особо охраняемых природных территорий. Продолжим нашу работу по генеральной уборке Ульяновской области. Ликвидируем такие объекты накопленного экологического вреда, как Красный Яр, и наконец-то восстановим нашу Виновскую рощу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, яркого солнца, ярких проектов и благоприятной окружающей среды. Уважаемые ульяновцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в будущем году сбылись ваши мечты, ваши пожелания. И как исполняющий обязанности министра строительства, я хочу особенно горячо поздравить тех, кто в этом году наконец решил свои проблемы с жильем. Это обманутые дольщики и семьи, которые получили новое жилье по программе переселения из аварийного жилья. Это дети-сироты, которые также получили свои квартиры. Всем остальным я желаю, чтобы в наступающем году сбылись мечты по получению своих квартир, повышению своих жилищных условий, потому чтобы в следующем году у вас как можно лучше стала жизнь, теплее были взаимоотношения, чтобы никто не болел ни ковидом, ни какими-то другими болезнями, чтобы ваши близкие, ваши дети только вас радовали, и чтобы все в вашей жизни было прекрасно.